Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёрдс. Это у нас демоверсии новых игр, называется Ice in the Dark. Уф, ауф. Так, очень пафосное название. Давайте, чтобы было все понимание, мы сделаем с вами сразу захват экрана. Вот так игра выглядит, страница в Стиме. Если вдруг кому-то что-то интересно, все на английском. Так, для записи игр переходим и поглядим. Ну давай посмотрим, что сыграем в T-Slot. Это какой-то вроде рогалик. Платформер с видом сбоку, не уверен. Скорее всего, это будет двойная серия. То есть сначала одна метроидвания, потом вторая метроидвания. Поглядим, как пойдет. Ну, чтобы коротенькие сильно не выкладывать. Ингланд, 19.22. Англия, наверное. Кто-то на поезде, видимо, куда-то едет. Малютка-девчушка. Что-то разговаривает. А вы здесь? Мы уже приехали? Не беспокойся. Нет, маленькая Виктория, но скоро будем на месте, не переживай. В карете едут, ля какие. Виктор Блум. Моя дорогая Виктория. Я очень рад твоему предстоящему визиту. Что-то там твоей маме... Mention her family, given after this year's what first blue mother, I will send a driver. Я, короче, ответил. Отправил водителя на станцию. This gates with saver mother quite. Очень интересно, держите в курсе. Дедушка, по-моему, грандпа. Ой, дети орут, как за стенкой, мать моя. Как будто режут кого-то. Ну, шумодав все задавит, к счастью для вас. Визуальный стиль 16 из 10, просто 885 из 20. Очень нравится. Очень покадрово все, но очень стилево, если так можно выразиться. Единственный минус при таком способе записи, что приходится звук вдвойне равнять. Потому что две разных звуковых дорожки идут. Ну ничего, я думаю, справлюсь. Ну мы когда-нибудь начнем играть? Как же долго это все. Если что, у меня все игры, по-моему, на SSD стоят. Может и нет. И начинается гэмплей. Я наконец здесь. Где ты здесь? Эй, деда, где ты? Я тут, РТ. Прыгать на РТ, господи, какой сверхразум это придумал. Дверь заблокирована. Grandpa should have been waiting for me здесь. Must find another way. Надо найти другой путь в... Девчушка очень высоко прыгает. Фонарик. Something push from above the dark. В чем фишка? Вот, смотри, ты идешь и вот так светишь. Это просто охерительно. Я вот это в Стиме видел и восхитился, как девчонка. Как девчонка. Гляньте, как прикольно придумано. Ну, прыжок на РТ, господи, ну какой сверхразум это придумал? И зачем ты это сделал, дружище? Можно же было на А сделать. Скажите, йо, Владос, возьми у меня управление. Не буду, потому что иногда можно только хуже сделать. Чё-чё-чё, L плюс... А, вниз, понял. Сразу не понял, что это такое. Я их испепеляю светом, хорошо. Это Alone in the Dark. Какое-то марево, судя по звуку. Must out. Что-то там надо флешлайт было написано. Я, к сожалению, не прочитал. Так, батарея, пикап. Более мощная. Смогу теперь достать монстров. Угу. Зачем я его испепелял? Ага, вон оно как. Ну, очень стилевое метроидвание. Экстра стилевое метроидвание. Серьезно. Просто 15 из 10. Буду ли я в это играть на выходе? Вряд ли, потому что визуальный стиль приедается как-то. Но в целом прикольно, вид имеет. Теперь эту хрень должен забрать. А, нет, дверь открылась. Master Dream of Mansion Roof. Synchronize Interfation Fence of Mansion. Хорошо. Mansion Intervention. The door seal is shut again. Monster Dream of Buzzer Way. Lucky, I think, a flashlight. Еще более мощная. И чё? Where is the prickle? Блин, я не хочу так рано игру заканчивать. Может быть, мне еще надо апгрейд получить? I don't have any free slots. 100 sparks. До конца не понимаю. Ну, я так понимаю, нет слота, это я понял. А зачем мне сюда идти? Зачем мне монстр можно убить?
Я так понимаю, 100 скрепов мне надо набрать. Не знаю зачем, но игра вроде сказала. It should enough spark to unlock for flashlights. You collect, press Y. This is a trinket menu, continue. This flashlight build you can at any time. Range arc. Unlock надо. Следующий 150. Все, по идее, сделано. Приятная игра. Очень приятная. Теперь могу собрать. Теперь могу испепелить. Испепелил малютку. Но лут-то я все равно не могу забрать. Так, great, это slingshot. At home, but not in fancy room. Как ее менять? Match must have reserved flashlight, charge the slingshot. Господи, я могу пулять, короче, поняли? Офигеть. Мне главное надо развалить. Батарейки кончились, твою мать. Заряд кончился. Что делать теперь? Патронов нет, есть патроны. Есть урон? Нет патронов, надо зарядить. Вижу три патрона, первый есть, полетел. Отлично. Дверь открылась наконец. Ну, слушайте, прикольная игрушечка. There's gadget down there, so pick up. Что надо взять? Б. Столько кнопок, звездец просто. Экстренно удобное решение для этого. Для, ну, передвижения. А, понятно. Типа я неуязвим, когда в додже. Вот они какие балбки, вот сопан. Ах, если бы я знал так. Cross spark and don't have enough. Ну это я понял, надо как-то их набрать. Где их взять? Don't feel another upgrade for my flashlight. Perhaps scrap is better. Вот scrap. Угу. Теперь могу двигать и могу идти дальше. Забыл, как стрелять. Не. Прикольно, время замедляется. Превозмог этого малютку кое-как. Не прошло и полгода. Ну, я уже сказал, вид имеет, играть я в это не буду. Слишком дебильное управление, какой-то сверхразум его придумал. Дедушка. Что за дела? Смотри, что за тобой, братишка. Опа, минус дед. Возвращайся в машину, здесь небезопасно. Нет, я не оставлю тебя здесь. Минус дед. Возьми часы. Это сохранить тебя в безопасности. Ну вот эти, как это, превьюшечки очень круто выглядят. Я не оставлю тебя, старенький мой любименький. Вот и приехала девчушка на выходные. Дедушка? Abrupt abduction. Все, что ли, Деринка кончилась? Grandpa, come back. Him away, rescue him. Sure about this. Look at all these measures, they must have some surprise. Блин, клевейший эмбиент. Просто 15 из 10, серьезно. Что за Элизабет? Это какое-то фамильное древо или что это такое? Можно почитать. Было бы оно еще интересно кому-нибудь, знаете ли. Так, цвета прикольные меня. А почему, почему не полезла? Сатула, ты чё? Это не то, что мне надо. Да, это какое-то древо, смотри. Неизвестный. Statue broken. This mansion. Блин, ну очень круто выглядит. Я надо найти, looking around, осмотреться. House is massive, дом большой. Ключ какой-то у меня был, девчушка, не? Не хочешь на ключ идти? Это вороньи дверь.
You're the same as first. Таша. Так, минус лица. Минус лица, живая хренотень. Фонарик, что ли, садится? Блин, чё крипово все выглядит, черно-белое. Необычно очень. Все, изи-бризи. Паутина, паутина. Могу сюда пойти. Слоумо, а, паутина слоумо делает. Понятненько. Какая-то шлюха начинает сверлить. О, жёный тебя в рот, братан. Ну, я, в принципе, на самом деле хотел заканчивать. Мы в любом случае будем заканчивать, потому что, ну, вот как-то так. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Приём, приём, здорово всем, с вами Хилл Хёртс. Это вторая часть этого видоса, наверное. Так, Mirror in... Glimmer in Mirror. Так, сразу мы идем на страницу в Стиме. Вот так, игра... Это игра... Это игра-стрелялка с самолетом. Играйте за главного героя Широ, в захватывающем мире в зеркале. Если честно, я думал, эта шлюха закончила сверлить, а эта шлюха не закончила сверлить. Здесь есть русский, и, видимо, этот мудак на этаж выше мне не даст сегодня записать игру. Ну, я подожду, пока оно закончит. А вы знаете, я уже жду, но он не заканчивает. Давайте в любом случае начнем, будет немножко мешать. Ну, простите, пожалуйста, так я живу сейчас. Пустой архив вы хотите? Да, я хочу. Только, надеюсь, игра не будет меня слишком сильно душить. Очень похоже на... Девушка проснулась из пустого мира. Грим или... Грим какая-то игра была. Внезапно перед ее глазами появилось гигантское зеркало. Мир, отраженный в зеркале, такой прекрасный. Она невольно протянула руку к тому лучу света. Внезапно из разбитого зеркала раздался ужасный шум. Свет тоже погас. Вообще красиво выглядит. Сегодня уже четвертая демка, или третья, или пятая. Я сбился со счета, целый день эти демо-версии записываю, у меня сегодня 15-я. Я еще тапок потерял, если честно, это, наверное, самое, что больше всего меня сейчас печалит. Ну, ладно, ничего. Так, ну и чё? Очень красивая рисовка. Это, видимо, наша героиня, возможно, мы в ее сне, либо в отражении, хрен его знает. Когда девушка снова проснулась, теплое благоухание ударило ей в нос. Золотой солнечный свет, сияющий между зелеными листьями, освещает девушку, заставляя девушку чувствовать себя немного нереально. У-ля-ля, красивый графоний. Лакшери движения. Ну и чё? Хотя пейзаж перед ее глазами немного отличается от того, что она помнит, она очень уверена, что это самый зеркальный мир. Что произошло после того, как зеркало было разбито, и откуда раздался ужасающий звук, до сих пор остается нераскрытой загадкой. Девушка решила найти ответ для себя. Ох уж эти девушки. Нажмите, удерживайте, чтобы двигать. Хорошо. Ой, какие джампы мега-экстра высокие. Кратковременно нажмите. Хорошо. Где-то напрягучая. Чтобы исследовать или поговорить. И шо это? По какой-то причине статуя перед девушкой выглядит очень знакомо. Какое удивительное чувство. Девятихвостая лиса, Широ. Ах. Ну, видимо, теперь будем исследовать подземелье. Пока что то, что я вижу, выглядит очень приятно. Даже скипнуть нельзя никак, обидно на самом деле. Учитывая продолжительность игры в демо-версии, здесь краткое описание сюжета, подробности... Какое счастье! С разбитой статуи упала белая корона, которая словно оживается автоматически. При этом голова Широ по какой-то неясной причине, возможно, из-за этой таинственной короны Широ чувствует особую силу, наполняющую ее тело. Просто хотелось бы в демо-версии геймплей не вот эту вот залупу смотреть, слушать. Извините меня, конечно. Я теперь могу проджектайлами бабахать. Прикольно. Силу стрельбы нам дала.
Очень красивая игра, прям Ори дарова, давно не виделись. Пока я не пожалел то, что скачал. Видно сохранение. С помощью блеска света, чтобы через препятствие двигаться вперед. Это я уже разобрался, игра. Просто иду все ломаю. Какой хороший геймплей, слушайте. Владу такой нравится. Да, очень высоко прыгает, и очень далеко. Пики точеные, я на них не хочу наступать. Крокозябра. Цветок убийца. Ну, куда ему до нас? Есть ли карты на эту кнопку? Есть способность. Ну, это реально тупо Ори. Чё у меня все вибрирует, я не пойму. Вибрации какие-то происходят. Ой-ой, ловушка. Секретный секрет. Это реально очень на Ори похоже. Потрогать. О, звонил. Что-то обновилось. Очень необычно выглядит все. Сомастер света. X поглощайте, применяйте световой. Понял, разберемся. Нормальная такая билка. Я бесконечно могу проджектайлить? Да, она просто откатывается, окей. Видимо, скоро мне еще и дэш дадут. Если я силой тебя ударю. Не знаю, если есть возможность, я, наверное, лучше в Ори поиграю, чем в этом. Хотя, с другой стороны, я же не поиграл, я не знаю. Это прыжочек? А это экстра прыжки. Какая-то рыба-шип. Невероятная. Думаешь, я с тобой закончил? Мы только начинаем, как говорится. Семена эльфа. Фулач, летящего сурета, можно почувствовать себя жизненно всего. Хорошо. Типа хилочка? А зачем мне наверх? Я вот немножко не понимаю. Вроде было понимала, а вроде было не понимаю. Куда-то прыгаем. Ладно, прыгаем дальше. А, я сюда пришел. А куда ж тогда идти? Надеюсь, он закончил сверлить. Сейчас тупит, просто иногда здесь скрытые проходы бывают. Лазерный цветок. А его сломать надо, я забыл. Совершенно забыл, господа. Врать не буду, очень даже не хватает. Ну вот новые противники мы видим. В принципе, я думаю, уже основную концепцию игры можно было понять. Сейчас еще немножко запишем. И будем заканчивать, потому что сегодня еще не паханное поле демо-версии, я просто замучаюсь посмотреть вверх, там, посмотреть вниз. Просто замучаюсь каждую серию потом опубликовывать, а вот через несколько там в одной почему бы и нет. Может быть, и вам такой контент будет интересен. Напишите, пожалуйста, лучше, когда несколько в одной или нет. Ну, так ударило, как будто просто вообще ГГВП. По факту полписечки урона нанесли. Блин, как же герой не прыгает, или я никак не могу к этому привыкнуть. О, мадемуазелька. Можно легко почувствовать, что воля Святого Духа рядом, но где же он? Эй, братуля. Ну скажи, пожалуйста. Кто ты? Длинноволосая ведьма. Чего? Убежала. Ну с такими общаться, себя не уважать, знаешь ли. Не стоит обращать особого внимания на это название, это просто прозвище, которое случайно дал застенчивый ребенок. А, с первого резакального эльфа. Откройте рюкзак, чтобы экипировать эльфа. Нажмите грязденские навыки, тепловые навыки, так врага. А, нажмите, чтобы открыть рюкзак, L1, R1, переключать страницы. Ну вот это он. Я надел. Нафиг он мне нужен? Камень перьевой бабочки. Каждый камень может увеличивать на 250 капель крови. Хорошо.
Тупо очень милая, добрая, приятная Metroidvania, в которую я тоже играть не буду. Может, я лучше во что-нибудь другое поиграю. Ну, все-таки не мое просто. Мне понравилось, как выглядит. Я поглядел. Возможно, кому-то из вас, кому нравятся подобные игры, это очень зайдет. Так, осторожнее, чем нормально. Да, мне кажется, нет опции запрыгнуть. Как бы я ни пытался. Какие впитывательные существа. Чуть пробьешь, глянь, поглянь. Не подходи ко мне. Немножко сломаем эту штуку друг. Также напишите, пожалуйста, не слишком ли сильно клацает контроллер, если вам не сложно. Что мне кажется, очень сильно контроллер клацает, прям экстра сильно. Здесь я не знаю, как с ними мотиться. Я не могу выше стрелять, не могу ниже стрелять. Приходится вот так впитывать. Ну, немножко урона получили, не беда. Плюс семечко сюда. Люблю, так сказать, Симон. Наверное, вниз, хотя ведьма наверх побежала. Но за ней я почему-то не могу пройти. Это могу сломать? Если сильно. А до этого только в начале игры я ломал спокойно. Эльф что-то летает, бычит. Я тебя сейчас всеку. Помогай мне давай. Я думал, ты тоже проджектайлы какие-то сможешь выструливать. Не вот это вот все, знаешь ли. Очевидно, нет опции сюда допрыгнуть. Отсюда мы, скорее всего, потом вернемся когда-нибудь. Просто кто-то взял Ори и натянул другую графику, другую концепцию сюжета, основную канву, только и всего. Лё, как замансил, тупо мастер флекса. Так, я удалил кое-как. Я взорвал как-то, прикольно. Так, это то место, откуда я сказал, что мы, возможно, вернемся. А, только с одной стороны можно ломать. Окей, 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 окей. Это, в принципе, было ожидаемо. Какая-то штука непонятная. Надо бы это взять. Ничего страшного, можно просто стоять и стрелять, по всей видимости. Ну как ты? Я думал, тебя взорвал. Что это такое? Какое-то лукошко. Гигантское яйцо было повреждено внешними силами, и маленькая жизнь внутри потеряла шанс родиться. Не знаю, какое существо вызвало такую ситуацию. А зачем мне это смотреть, если я никак на это повлиять не могу? То ради чего это все, как говорится? Бабочки какие-то собрал. Пусть будут. Ну и давайте, наверное, на этом закончим. Премного всех благодарю, что смотрели. Также могу посоветовать подписаться на группу ВКонтакте, Телеграм-канал и на Boosty, если вдруг есть желание. Какая-то ведьмочка пришла. Чудовищное существо. Так, ну давай посмотрим, может это босс. Тогда еще не заканчиваем. Я просто пугал, и ты меня не заметишь. Ты не можешь. Она решила статую стать. На жесткой ночи показалась и со всех сил пыталась притвориться пугалом. Пойдем вперед и посмотрим, что произошло. Ну пойдем уже, даже я заинтригован. Мистер Босс. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Стреляю со всех щелей. Без дэша очень тяжело в такие игры играть, если что. Разработчики, так, на секундочку. На пару слов, так сказать, нам нужно поговорить. Господи, как же мало я урона наношу. Прыгнул. А это он показывает. Атакую вперед. Атакую в бок. В этом, походу, я не могу наносить урона. Наносим, наносим. Невероятная взрывная волна, но я просто передамажу. Так, куда тебе, братишка, попадать-то ты? Даже не пробуй. Ну вот и все, минус босс. Уф, уровень секиры не иначе. Даже боссы непонятные такие. Уф. А, так мы не убили, мы просто немножко раздамажили. Ага, действительно чудесное соревнование. Малютка, вставай. Мы теперь друзья. Почему? Или убил?
Непонятно. Не могу с этим справиться. Пожалуйста, разреши пройти. Спасибо. Ела дрянь, говорит. Не очень мощное яйцо. Нет, теперь мы все друзья. Господи, ну как же долго эти анимации происходят. Это просто безумие. Я понимаю, клево. Увы-увы, я чуть не померла от страха. Это очень круто, красиво. К счастью, наконец-то не сломался. Но это очень долго. И друзья нашли яйцо. Теперь они будут наблюдать за тем, как оно вылупляется. Ой, какой маленький красивенький малютка из него появляется. Только посмотри, какие ручки, какие ножки. Не похож он на ее сына? Оказывается, что она просто хотела защитить своих детей. Вон оно чего. Прошу прощения, приняла вас за другого. Вы так похожи на нее в слухах. Ничего страшного, забудьте эти необъясненные слова, необоснованные. Говорят, мы часть истории пропустили. Один балабальдеж. Пойдем отсюда, оставим время им, хорошо? Просто трындец, господа. Я осуждаю такое в домоверсиях, дайте геймплей, следуйте за мной. Короче, все, всем добра, всем удачи, играйте в хорошие игры. Не могу. Наконец-то вроде закончилось. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.